В России выпустят вакцину, которая защитит от смертельного менингита лучше импортных аналогов. Разработали ее специалисты петербургского НИИ вакцины сывороток. Первая партия поступит в продажу уже в этом году. Бактериальный менингит – самая тяжелая форма, особенно она опасна для детей. По статистике, риск заразиться у малышей до 5 лет в 25 раз выше, чем у взрослых, и очень высока вероятность летального исхода. Отечественный препарат, по заверению экспертов, активен против 16 типов пневмонии. Пневмококковых бактерий. О других преимуществах вакцины расскажет Александр Чуев. Пневмокок, менингокок и гемофильная палочка – основные возбудители пневмонии, менингита, сепсиса и многих других страшных заболеваний. Коварность инфекции заключается в том, что вредоносные бактерии преследуют человека повсеместно. Не подозревая того, многие люди сами являются носителями инфекционных агентов. В норме иммунитет сдерживает их натиск, но в случае ослабления или при столкновении с незнакомыми вариациями возбудитель может попасть в кровь, а затем в легкие или мозг, то есть вызвать пневмонию или менингит. Течение болезни очень тяжелое. В случае каких-то системного распространения, когда по всему организму распространяются бактерии, это буквально несколько часов, и уже человек, скажем так, на грани смерти. Петербургские ученые из Института вакцин и сывороток разработали три препарата, с помощью которых можно привиться от гемофильной палочки и от самых распространенных вариаций пневмокока и менингокока. Вакцина, когда она направлена против какой-либо инфекции, она направлена на весь спектр заболеваний, которые эти инфекционные агенты вызывают. В случае с пневмококом это пневмония, менингит, сепсис. В случае с менингококом это тот же самый спектр заболеваний. Отечественные препараты существенно отличаются от импортных. Вакцина от пневмокока включает в себя защиту не от 13, а от 16 самых распространенных серотипов. Причем добавленные – это именно те, что чаще всего встречаются у пациентов в России. Кроме того, петербургская вакцина сделана по современным технологиям и вызывает наиболее долгосрочный и эффективный иммунный ответ. Особенностью является и производство. Это будет первая отечественная вакцина, сделана по полному циклу. Это очень важно добавить, что это именно полный цикл. От получения антигена до, собственно, уже готовой формы. Прививка от менингокока, в отличие от импортной, будет защищать не от 4, а от 5 вариаций инфекции, включая самую распространенную в СНГ. Пока привиться от нее можно только за рубежом. Препарат готовят к испытаниям, они начнутся летом. В продажу вакцины поступит к концу 2026-го. Тогда же выпустят и прививку от пневмокока. А уже в мае этого года, после успешных экспериментов, зарегистрируют препарат от гемофильной палочки. Александр Чуев, Андрей Осин, новости, телеканал Санкт-Петербург.